давай тебе телефон. Телефон. Сейчас посмотрим, что он тут. Так, разрежем упаковочку. Ждем так по-варварски. Едите, хотите. Я сегодня возбужден от нового телефона. Получил Zenfone 2. Я позже сделаю обзорчик. Вот. А пока посмотрим, что нам тут пришло. Ты как хорошо запаковали. И теперь не все посылки так запаковывали. Сильных поставщиков не было. Запаковали. На совесть. Так. Режем. Достали. А тут Nokia E72. Вот так. Такой вот синенькой, как всегда, коробочки. И посмотрим, что у нас там. Так, это сам телефон. Тут, значит, наушники есть. Обычные. С 3,5-мм разъемом. Ниже так камера не хочет фокусироваться. Фокусируйся. Если мы так сделаем. Ну да ладно. Хорошо. Так, а, тут еще зарядка, короче, USB кабель. Диска нету, не знаю, должен быть, что не должен быть, фиг его, ладно. Так, посмотрим, там телефончик у меня пришел, такой, интересный, старичок, хороший. Телефончик, что надо, хороший телефончик. Старенький, но хороший. Сейчас мы посмотрим, что там у нас. Так, батарейка стандартная китайская. Ой, нокиевская, то есть. Так, вот информация у нас по телефончику. Что ты не хочешь фокусироваться? Где автофокус? Сейчас мы так сделаем. Вот так вот. Сейчас мы включим и посмотрим, как у нас работает. Работает. Ва. Что мне нравится в старых телефонах, это то, что у них батарейки держат, блин, до хренища времени. Этот телефон ушел почти месяц, и батарея до сих пор жива. То есть в спящем режиме или выключенном режиме он вообще не тянет энергии. Может лежать так месяцами. Батарея почти полная. Так, я смотрю, его тут уже проверяли до меня. Это хорошо. Потому что... Так. Мне не нужен поломанный аппарат. Так, выставим язык. Back setting. General. Персона, дисплей, no, Zenus language, ладно. Так, русский язык есть, украинский тоже есть, хорошо, перезагружаем. Еще раз пробежимся немножко по своему телефончику, по его дизайну. Такая вот кнопочка блестящая. Такой вот у нас телефончик, динамик, камера на 5 мегапикселей, вспышка. Как положено. Тут у нас разъем для зарядки. Так, где же? А, USB кабель, вот он. Тут тоже. Тут под USB-шечку. Здесь под microSD. Хорошо. Телефон запустился. Смотрим, камера как работает. Так, камера работает. Отлично. Камера фокусируется, фотографирует. Замечательно. Хорошо. Так, ну что, все работает. К
кнопочка, это тоже работает. Она, кстати, сенсорная, эта кнопочка. Можно вот так вот делать. В общем, отличный телефон. Все работает, все функционирует. Все, всем спасибо, пока.